Дорогие абитуриенты и их родители, приветствуем вас! Меня зовут Трунаева Алия. В нынешних условиях прием документов на поступление в РАНХИКС осуществляется в онлайн-режиме. Наши сотрудники оперативно предоставляют обратную связь, чтобы помочь абитуриентам. Мы поговорили с представителями приемной комиссии, которые рассказали нам о ходе онлайн-приема документов в президентскую академию. Сейчас абитуриенты очень активно подают заявление в формате онлайн. Подать такое заявление можно через суперсервис, либо через личный кабинет на официальном сайте нашей академии. В личном кабинете на сайте расположены все инструкции для того, чтобы подача была максимально понятной. Обращаю ваше внимание, что подать документы вы можете как до получения результатов ЕГЭ, так и после получения. Если вы хотите подать заявление уже сейчас, то напротив выбранного ЕГЭ необходимо поставить результат 0. У всех сотрудников приемной комиссии сейчас в эту жаркую, во всех смыслах пор, ненормированный рабочий день. Работаем с раннего утра до позднего вечера, регистрируем ваши заявления, обрабатываем поступающие звонки, работает колл-центр, график работы с 10 утра до 5 вечера. Также в любое время дня и ночи вы можете оставить свое обращение в болталке, в онлайн-чате на официальном сайте Академии, на странице приемной комиссии, а также обратиться на официальную почту, либо в группу ВКонтакте. Пока приемная кампания полностью проходит в онлайн-режиме, однако мы готовы к любому сценарию. Мы создали в главном корпусе Академии все условия для очного приема, на тот случай, если его разрешат. Мы будем встречать вас в соответствии со всеми рекомендациями и соблюдая меры безопасности. Все наши сотрудники и посетители должны будут находиться на территории Академии со средствами индивидуальной защиты. На входе в первый корпус, в котором будет происходить прием документов, каждый посетитель должен будет пройти обязательную процедуру измерения температуры и продезинфицировать руки. Для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра на пол нанесена специальная разметка, которой будет придерживаться каждый абитуриент. На первом этаже институты и факультеты будут принимать документы на договорную основу обучения самостоятельно. Все стойки имеют специальный защитный экран из стекла, который будет обеспечивать вашу безопасность и безопасность наших сотрудников. На втором этаже расположились стойки приема документов на бюджет и приемная комиссия Института экономики, математики и информационных технологий. Чуть дальше находится центральная приемная комиссия, с которой при необходимости можно будет решить и более сложные вопросы. Столы, за которыми вас будут ожидать представители приемной комиссии, расставлены в соответствии с социальной дистанцией, и на них также есть защитные экраны. После того, как все документы сданы и все вопросы решены, выйти отсюда вы можете уже по другой лестнице. Так вы не встретитесь с абитуриентами, которые только зашли в академию. Дорогие абитуриенты, пока что мы только готовимся к очному приему. Как только это станет возможно, мы сразу откроем для вас двери нашей академии. А пока что вы можете подать документы для поступления в РАНХИКС онлайн с помощью Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», а также при помощи личного кабинета поступающего на сайте РАНХИКС ranepa.ru. Помните, что ваше здоровье – самое главное. До встречи!